Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Марина на канале «Мои 6 соток». И сегодня хочу показать вам, каким образом я собираю торт. В предыдущем видео я показывала, как я готовила коржи. Вот они готовы, они остыли. И теперь я должна буду смазать кремом. Но прежде чем смажу кремом, я должна буду пропитать соком. Я взяла за основу апельсиновый сок. Хорошо, в этом торте он сочетается, мне очень нравится. Ну, а вы можете выбрать любой. Тогда коржи будут более влажными и не будут такими сухими. Крем я делала обычно. 200 грамм масла и банка сгущенки. Взбивать обязательно миксером, не блендером. Если блендером, то крем будет жидким. Миксером вот такой. Теперь я должна буду собрать торт. Чтобы торт лучше пропитывался, я срезала верх, который я потом натру на терке сверху. Таким образом торт лучше пропитается и вид будет красивее, когда уже в собранном виде. Здесь верхушку я тоже срежу. А сейчас я должна буду пропитать соком. Это делается очень просто. Ложечкой я распределяю по поверхности. Делаю вот такие углубления. Не бойтесь, что нарушено будет текстура торта, все нормально. Он более у нас станет влажным, не будет сухим. И, кстати, срезая верхушку, я уже попробовала корж, и мне очень понравился. А теперь я наношу крем. Обычно я еще в серединку добавляю банан. Банан дает такой очень хороший вкус, мне нравится очень. Но в этот раз я решила обойтись без него. Распределяю крем по поверхности. Со вторым коржом я поступаю точно так же. Я срежу сейчас блестящую поверхность. Итак, я срезала поверхность коржа. И теперь аналогично пропитываю и покрываю кремом. Итак, я пропитала торт. Теперь я смажу его кремом. И мне необходимо будет натереть вот то, что я срезала верхушку, на крупную терку. Это будет украшение нашего торта. Итак, уважаемые подписчики, я смазала поверхность торта кремом, а также натерла крошки. И теперь этими крошками я посыпаю тот верх, который я ранее срезала, на крупную терку, и будет это украшением этого торта. Ну вот, торт готов. Я его посыпала, а теперь отправляю на ночь в холодильник для того, чтобы он пропитался. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Спасибо всем за просмотр и всего вам доброго. И до новых встреч. Пока-пока.